Привет-привет. Я в комбинезоне, все нормально. Я не голая в машине. Закончила сейчас свои дела, еду в сторону дома. Купила овощи. Купила помидорки. Хочу кетчуп домашний сделать на зиму. Вот. Ну и овощи запечь. Ну, то есть такой мини-план. В принципе, сегодня не так жарко, как вчера. Но я решила немножко тоже, опять же, попользоваться и так немножко подзагореть. Остановилась тут, заходила в гости. Такая вишня растет. Я к ней подошла, думала, может, вишню нарвать. Но не так высоко. Я думаю, ладно. Не судьба. Вот, собственно говоря. Все, едем в сторону дома заниматься домашними делами. Разберем покупки с вами. Ой, вот в закрытой машине-то и душно. Все, я немножко подзагорела, кстати, уже. Вот так, слегка, корочка слегка подрумянилась. Ладно, едем домой. Котики ждут, скучают. Ой-ой-ой, такой большой и страшный. Жасмин начал цвести. Есть такой запах. Я остановилась, даже себе срезала несколько веточек. Так, все, домой. Девочки, я дома. У нас дегустация. Дегустация началась. Нюхаем жасмин. Я его помыла, водичку поставила. Дуся, смотрю, листики зашли. Крестюх тоже здесь, но ему пока места нету. Он понимает, что он сейчас от Дуси получит по морде, поэтому... Ну вот. Ну вот как-то так. Дегустация началась. Так, девочки, давайте быстренько по покупочкам. И буду что-то готовить, потому что я еще не завтракала, а время уже 2 часа. Дусь, все, ты угомонилась? Просто дышим теперь. Так, чек у меня тут небольшой. Пятерочки. На 637 рублей. Значит, купила такой вот хлеб. Он заявлен как фатир с луком и укропом за 58,79. Но я не чувствую там ни лука, ни укропа. Но, в принципе, он мягкий, вкусный и сойдет. Дальше купила перец. Красный молотый 9,99. И купила такую приправу для курицы 8,19. Что такие цены? А, скидка тут какая-то пошла. По карте, наверное. Не знаю. Короче, ладно. Кошакам вот такая вот подкормка. 21 рубль. Паштет. Мне, конечно, не нравится этот состав, но... Короче, не знаю, почему я взяла, девочки. Пусть будет как лакомство. Дальше взяла азу из индейки, 500 грамм, стоит 176,99. Скидка какая-то была. Дальше вот такое вот альпийская коровка. Похоже на сметану, но это не сметана. Это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.
произведенные по технологии сметаны. Так, состав. Восстановленное молоко из сухого, сливочное масло. Ну и еще куча всего. Короче, для запекания, в принципе, сойдет. Лук репчатый взяла на 13-26. Килограмм лука стоит у нас 38,99. Яблоки сезонные. Яблоко сезонное 97,49 килограмм. У меня тут на 58,01. Здесь Кошкин дом. Во всех трех цветах представлены на связи. То есть, как бы мы сейчас вещаем все вместе. Так, ладно. Значит, морковка 49,99 у нас килограмм. Здесь у меня на 15 рублей 2 штуки. Дальше. Взяла томаты. Они такие прям спеленькие. Я сделаю из них... Стоит 98,99. Короче, 100 рублей килограмм. Здесь на 2 килограмма. 188 рублей. Сделаю томатный... Ну, как кетчуп по типу. Кетчупа на зиму заготовлю. И забрала два последних кабачка. 79,99 они здесь стоят. Здесь на 36 рублей 2 кабачка. Короче, сейчас будем запекать овощи. У меня... Есть картошка, есть цветная капуста, азу. Ну, короче, сейчас все это смешаем и будет вкуснота. Так, девочки, я уже почистила овощи. Сейчас будем их резать. Будем рубить. Все равно тебе водить. И быстренько на противень. Еще сейчас я параллельно... Быстренько, типа, заморю червячка. У меня тут остался кусочек хлебушка со вчерашнего дня. Потому что пока это все будет готовиться, это еще минут 40. Вдруг женщина похудеет. Вот еще. Короче. Так что параллельно будет еще небольшой обед. Так. Корочка хлеба жесткая. Значит, у меня получится 5 карташинок. Ну, вот и средненьких. Знаете, что не хватает баклажанчика? Хотела взять, но они пока еще там по 160 рублей килограмм. Но я думаю, нет, пока подождем. Подождем. Вашу мать. Помидорами бы тоже сегодня заняться. Слушайте, тогда, наверное, надо поставить банки стерилизоваться. Сейчас, девочки, поставила сразу бутылки, банки. Так, кабачки. Противень взяла большой.
Сейчас так сделаем красивую цветовую гамму. Так, лучок. Духовку еще не поставила разогреваться. Когда надо кучу всего переделать, так, морковушка сюда, наверное, половинки морковушки хватит, порежу такими кругляшочками. Так, что у меня сюда еще пойдет, цветная капуста. Вот, у меня немножко привяло в холодильнике. Заскучала. Сейчас мы ей дадим время выступить. Обожаю цветную капусту. Ее, кстати, можно есть свежую, например, с хумусом. Я раньше не знала. Но волшебный интернет открыл мне глаза на этот мир. Так, короче. Так, что сюда еще? А, индейка кусочками, которые у нас с вами. Она, в принципе, чистенькая обычно. О, здрасте! Мы вас не ждали. А вы приперлись, да? Обширон Елизаветович. На запах индейки? Не-не-не-не-не-не-не-не. На, иди, я тебе дам. Иди сюда. На. Свежая индейка. Эстет, что вам сказать? Так, сейчас надо быстренько это все разложить. Посолить, поперчить. Слышите, кто чавкает? А вы говорите, я чавкаю, когда мукбанг делаю. Нет, вот кто чавкает. А я очень даже аккуратная женщина. Так, духовку включила. Присаливаем это великолепие. Так, взяла приправу для курицы, но там в состав входит соль уже. Поэтому нет. Возьмем просто красный перчик. Красный молотый. Не будет достаточно, потому что оно... Так, начинают у нас банки кипятиться. Что еще? Маслечко забыли, да? Растительное маслечко с вами забыли. А сверху, может быть, ближе к тому, как начнется процесс запекания, я еще сыром тертым потру сыр и поставлю уже там на несколько минут перед
полной готовностью. А может и нет. Могу ведь и забыть. Так, все, это ставим в духовку. Маслечко. Все это у нас будет уже минут через... Сейчас 2 часа, ну где-то в 3, может раньше. Ну, оно минут 30-40 будет запекаться. Поэтому это в духовку и начнем тогда с томатами. Так, баночки готовы. Овощи начинают пахнуть. Сейчас мы быстренько в блендер, в чашу мультиварки отправим помидоры. Порежем морковку туда. В принципе, такими хаотичными кусочками. 1,5 у меня здесь морковки. Крестюш, не дублируй. Сейчас открою тебе. Сейчас снимать закончим. Потерпи. Так, ну и помидорчики. Не знаю, на 2, на 3. Тоже, в принципе, не принципиально вообще. Потому что все будем блендерить. Помидоры спелые. Интересно, вообще там видно, что я режу? Я добавляла сюда, пробовала и любые другие овощи, то есть прям вот, чтобы овощной был соус. Ну вот сейчас я хочу сделать... Это, ну, кто ж там чавкает? Обширон пить пошел. Сейчас я хочу сделать вот именно вот вариант кетчупа. Прям кетчупа-кетчупа. Отобрала помидоры, которые на еду, такие немножечко тверденькие. А вот самые спелые пойдут сюда. Здесь, наверное, где-то 1,5 килограмма у меня будет. Я кожицу не снимаю. То есть, ну, короче, у меня самый простой вариант. Вообще без заморочек. Наверное, баночек. Ну, по идее, мне должно хватить. Оно еще уварится. Потом, если что, что-то на еду оставлю. Так, смотрите, сюда же пока соль, сахар, ничего не буду. Потому что уже потом по мере готовности, значит, растительное масло немножечко. И я добавлю сюда, вот, наверное, все 15 грамм вот этой приправы для курицы. Тут, в принципе, соль, пряности, паприка, красная, горчица, порошок, кориандр, перец, красный чили, перец, черный, чеснок, зеленый, майоран, базилик. Ну, то есть сюда все это, наверное, и бубухну. Ставлю в мультиварку, оно, в принципе, быстро схватится, потом блендером перебьем и по баночкам. Так, ну что, я достала красоту. Кусочек кабачка почему-то мне показался кусочком лимона, да? Прошла ассоциация. Сверху, опять же, сыром посыпала и уже в выключенную духовку на несколько минут оставила, он сырок расплавился. Все, девочки, вот такой будет обед. Сейчас себе наложу тарелочку, остальное по контейнерам. И... Ага. Так, красота наша. В принципе, пусть еще кипит. Потом быстренько перебьем ее. Так, ну что, все. Этого дракона мы тоже убили. Уже выключила. Добавила сахар, соль.
теперь просто красота. Все, сейчас буду разливать по баночкам. Так, все, девочки, аллилуйя. Все доделала. Вот у меня получилось 3 бутылочки, 1 баночка. Прям такого яркого цвета. Загущать ничем не стала. Он остынет, загустеет. 2 контейнера с едой. Вот это еще не ела. Обещала открыть окно. Сейчас. Полы помыла, пропылесосила. Стирку запустила. Короче, все-все сделала. Да-да, ближе к вечеру еще нужно будет цветы полить. И там кабачки на улице. Давай. Все. С хвостатой команды гуляет. Фух, я сажусь кушать. Давай. О, молодец. Короче, гуляем. Все, мальчики, девочки, домой. Ну, все хорошо, там плюс 25. И жарко, ветерочек. Так что гуляем.